Всем привет! С вами канал ArtMania, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот сливочное масло. А масло у нас крестьянское, сладко-сливочное, не соленое, высший сорт. Здесь 180 грамм, я его взвесила, весит оно 181 грамм. Я сомневаюсь, что целая вот эта упаковка будет весить 1 грамм. Очень сильно сомневаюсь. Но мы с вами проверим потом. Так, 72,5%. Что у нас написано здесь? Состав. Состав у нас изготовлено из отборных пастеризованных сливок. Но выглядит оно очень странно, конечно. Я такого, честно, ни разу нигде не видела. Цену я не скажу, потому что покупал муж. Если вы знаете цену, то напишите в комментариях. Так, давайте его откроем. На вид оно, конечно, выглядит очень дешево, но название крестьянское, они почти все сейчас так называются. Крестьянское, крестьянское, крестьянское. Как будто других названий больше нету. Так, давайте попробуем. Очень люблю масло. Ну, кстати, такое беленькое довольно. Оно действительно сладенькое. Присутствует такой вкус масла, но с чем-то добавлением такого непонятного. Ну, допустим, масло с травкой, не очень нравится, но оно реально вкусное. То вот здесь вот как будто оно прямо гораздо дешевле. Такое вот оно. Желтенькое. Ну, светло-белое даже, наверное. Не сказать, что прям очень вкусное, просто, наверное, как недорогое, казалось бы, масло. Возьмем для сравнения вот масло пестравка, которое я очень сильно люблю, которое стоит. По цвету они, в принципе, отличаются. Вот это пожелтее, это немножко светлее. Чуточку, но светлее. Давайте я попробую свое маслице. Мое вот это вот масло более ароматное. Оно более вкусное. То здесь вроде как будто бы присутствует вкус масла. Но потом как-то он так пропадает, и после вкуса больше нету. Ну, какой-то такой. Честно, не купила бы его снова, но муж купил на выпечку недорогое маслице. Вот, не знаю, как оно там растает. Растает, наверное, хорошо. Вот такой обзор у нас с вами был на маслице. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите свои отзывы в комментариях. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И с вами был канал ArtMania. Также смотрите другие обзоры на другие ролики, влоги, путешествия, обзоры на технику, на продукты. И много всего интересного. И всем пока-пока.